Друзья, всем привет! Мы решили поехать на Азов, то есть в Счастливцево, на горячий источник. Конец февраля, конец зимы. Надо отпраздновать тем, что можно искупаться. Масляная неделя, поэтому купаемся. Купаемся у нас в Украине. Радон здесь. Море не ходит. Нет, не выходит в море. Сейчас, в принципе, генитит вот здесь, вот, на рынок можно. Есть. Да. Замечательно. Возле трубы жарко. Хорошо вот здесь. Хорошо вот здесь рядом. В этом вот лягушатнике. Мне кажется, даже быстрее в Мелитополе найдете рыбы, чем в Макимовке. Да? Правда. Рядом снег, который еще не растал, не растаял. И хочу показать народные умельцы. Рисуют. Занюшка, ты будешь меня сопровождать или я сам? Погода сегодня прекрасная. Здесь плюс 6, ветерок небольшой. С завтрашнего дня идет вряд похолодание. Поэтому мы как раз попали в такой день. Потом вам покажем Азов. Там далеки Азов. Це електронний